Всем доброго времени суток. Заранее прошу меня извинить за не очень хорошее качество видео, но просто снять видео получше просто нет возможности. Сегодня четвертый день нашего знакомства с Давидом и третий сеанс был. Во время сеанса Диана сначала присутствовала, потом убежала. Я как могла пыталась расслабиться, что у меня пока не очень хорошо получается на самом деле. Уход Дианы практически не мешает. Но все-таки расслабиться немного получилось. У меня даже ненадолго прошла боль в пояснице. Также во время сеанса, когда Давид попросил меня подумать о проблемах, которые меня беспокоят в Диане, Диана в это время отсутствовала, но как будто как почувствовала, и на какое-то время опять прибежала, опять присутствовала на сеансе. Что хочу сказать, день у нас сегодня опять прошел довольно спокойно, без затяжных истерик. Были небольшие хныканья, какие-то капризы тоже незначительные, которые, я думаю, у каждого ребенка маленького случаются. Вот. И что меня удивило еще, Диана собралась качаться, о чем мне сообщила. Мне же нужно было идти делать салат, о чем я ей сказала, что я пойду сделаю салатик. А потом мы покачаемся. На самом деле приготовилась уже к бурной реакции. Но удивительно, Диана сразу согласилась, пошла, занялась опять своими делами. Я спокойно сделала салат, вернулась в комнату, говорю, мы будем качаться, она говорит, да. Мы спокойно покачались, никаких истерик. Для меня это на самом деле удивительное, очень большое, не знаю, облегчение и счастье. Диана, мне кажется, какой-то более довольной, я более спокойная. Огромное спасибо Давиду и надеюсь на наши дальнейшие беседы.